церква, дорогі всі присутні, мир вам. Я декілька слів скажу так на нашій українсько-закарпатській мові, а після будемо роздумовувати над Словом Божим. Я постараюся на російській мові, щоб було більш зрозуміло для всіх і для тих, хто слухає по трансляції. І хай Бог благословить наші серця. Я вже не вперше тут у вас. Я думаю, багато хто і знає те, що стало поводом для того, щоб бути тут у вас в служінні. Якщо б мені десь років 20 тому сказали, що прийде час, коли я буду у Чехії, я буду у Празі, я буду стояти за кафедрою перед такою великою церквою. Я не скажу, щоб я б не повірив, але я дуже б чекав з таким нетерпінням. А що станеться? Як то буде? А от, слава Богу, те сталося. І сталося таке радісне, коли наш син женився сюди. А зараз знову я тут своєю жінкою теж маємо радість, в їхній сім'ї народилася дочка, наша онучка, це вже шоста онучка у нас, слава Богу. І я хочу вмісті з вами засвідчити або прославити Бога за Його велику милість, за те, що Він полюбив світ, за те, що Він полюбив кожного із нас, за те, що Він свого Сина віддав жертву, який тяжко страдав, який воскрес для нашого оправдання, і який сьогодні є ходатаєм. Я сьогодні хочу прославити і засвідчити в місті з вами Христос воскрес. Я, так, як інколи, немного з вольненням, але хочу поділитися в місті з вами в роздумах, щоб поєднати дві такі радісні події, то Воскресіння Христово, і для нас в нашій сім'ї радісна подія, благословіння Бога в нашій сім'ї. І хочу так, як об'єднавши, я думаю, ви вже й догадуєтеся, тема сьогоднішньої моєї проповіді буде радість. Я зачитаю, а далі я постараюсь на російській мові. Я прочитаю три стиха. Це послання першого апостола Павла, 5 глава, 16, 17 і 18 стих. 16 стих говорить: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Я буду останавливать наше внимание на каждом стихе отдельно. И после чего в конце мы постараемся, чтобы вместе собрать все услышанное и для себя, чтобы почерпнуть на пользу. Если говорить о радости или спросить о радости, каждый из нас может выражать наши чувства радости в разном таком понятии, в разных... Кто-то просто улыбнется с радости, кто-то просто веселое лицо у него, кто-то просто будет радоваться со смехом. Это все свойственно, это все естественно. Если даже иногда радость и в радости слезы на наших очах, этому тоже мы выражаем благодарность нашему Богу и радость на нашем сердце. Я думаю, каждый из нас может вспомнить минуты в нашем детстве, как мы ждали минуты радости, когда для нас наши родители что-то пообещали. Когда наши родители пообещали, что мы поедем куда-то в
на отдых или какую-то новую вещь купят нам, мы радовались. Но, к сожалению, эта радость была очень кратковременной. Вещи, они портились, старели. Наши такие встречи, они оканчивались провожанием, и тоже они оканчивались. Но я хочу остановить наше внимание сегодня о радости, о которой говорит нам Слово Божье, о которой говорит последователи Иисуса Христа, последователи учения Бога нашего, о радости. Вот сегодня мы вместе с вами здесь находимся в доме молитвы. Я думаю, кто-то здесь, может быть, пришел впервые, а кто-то уже не в первый раз просто по обыкновению, а может, кто-то или большинство из нас ждали это время, чтобы с радостью прийти в дом молитвы, чтобы с радостью прийти в присутствие нашего Бога, чтобы в радости прославить нашего Бога. Автор одного псалма, я буду так только цитировать частично эти слова. Автор одного псалма, мы поем 121 псалом, 1 стих, говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господний». Имеем ли мы эту радость в наших сердцах, когда ноги наши входят в дом Господний? Там стояли престолы суда, престолы дома Давидова. Я думаю, что каждый из нас уверен в том, что когда мы просим в молитве, а Бог обещал, Иисус Христос обещал, где вы двое или трое во имя Мое, Я посреди вас. Я думаю, что каждый из нас уверен в том, что сегодня здесь, на этом месте, есть не только присутствие наше, но здесь присутствие Иисус Христос обещал, Бог обещал, и Он сегодня Духом Святым здесь вместе с нами. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господний». А вот зададим себе сегодня другой вопрос. А для чего сегодня здесь я, на этом месте? Может быть, только чтобы, но присутствием своим что-то сказать или отдохнуть. Наше сегодня присутствие здесь должно быть для славы нашего Бога. Наше присутствие здесь должно быть, чтобы нашими устами, воспевая песни хвалы, благодарения нашему Богу, были от наших сердец. Чтобы наши уста не были сокрыты, не были скрытыми для благодарности нашему Богу в молитве. Автор другого псалма, говорит такие слова. Я опять процитирую этот псалом, 114, 1 и 2 стих. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои». Наш Бог, Он обещал для каждого из нас слышать наши моления, наши благодарения, но Он ожидает, чтобы это было не просто скрыто в наших сердцах, чтобы это было явлено нашими устами. И автор псалма: я радуюсь в том, что Бог дал ответ на мои молитвы. Я радуюсь, что я имел эту возможность, чтобы нашими устами прославить нашего Бога. Давайте будем внимать таким словам и таким напоминаниям. Ну и эта радость, она может быть только такой временной, только такой, которая относится только нашей жизни на этой земле. Но есть радость, о которой говорил наш Спаситель Иисус Христос,
которая дает обещание для нас, для меня и вас, кто принял Иисуса Христа в свое сердце. Радость и обещание, которое проносится от земли и до вечной нашей жизни. Помним слова, которые говорил наш Спаситель Иисус Христос. Он посылает своих учеников, 70 учеников впереди себя, посылает их для проповеди, дает им силу для чудодействия. И вот когда они возвращаются с радостью и говорят: «Господи, и бесы нам повинуются о имени Твоем». Мы видим, они радовались о том, что они могли исполнить то, что Иисус Христос дал им задание. Иисус Христос послал их для проповеди. Они радовались. Но Иисус Христос говорит для них. Не сказал Иисус Христос: вот видите, это хорошо, я дал вам силу, вот видите, все это исполняется, мое слово на вас. Но Иисус Христос говорит для них: не о том радуйтесь, что и бесы вам повинуются, но радуйтесь о том, что имена ваши написаны на небесах. Слава Богу нашему, что Он и сегодня для меня и вас открывает это, когда ты исполняешь то, что Иисус Христос говорит для нас, когда ты исполнил, пережив покаяние, крещение, когда ты исполняешь, и я проповедую Евангелие. Иисус Христос обещает, Иисус Христос говорит тебе и мне: радуйся о том, что твое имя написано на небесах. Но живя в этой жизни, мы помним, когда Иисус Христос призывает народ, следуя за Ним, следовать за Ним, Он не обещал, что когда вы будете следовать моим учениям, что у вас будет все хорошо. Он говорил им о том, что их будут встречать разные неудачи. Их будут гнать и будут преследовать за имя Иисуса Христа. И припоминаю слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Слова блаженства. Слова блаженства, и Он говорит им: все для нас и с вами на учение. И в конце этих слов блаженства мы читаем у Евангелия Матфея, 5 глава, с 12 стиха, 11 и 12 стих. Иисус Христос говорит такие слова: блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. И зауважу слова, 12 стих говорит такие слова: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь, если придется переживать какие трудности, но радуйтесь о том, что вас, нас ждет великая награда на небесах. Да поможет нам это наш Бог. Следующий стих говорит такие слова: непрестанно молитесь. Я думаю, что каждый читающий Слово Божие, он молится. Каждый читающий Слово Божие может вспомнить это место, где сказано, когда впервые начали призывать имя Господне. Это написано у книги Бытие.
в начале 4 глава 26 стих, когда у Сифа родился Енос, тогда впервые начали призывать имя Господне. А вот я припоминаю для нас с вами время, когда был на этой земле наш Спаситель Иисус Христос. Приходят ученики к Иисусу и говорят Ему: научи и нас молиться, как Иоанновы ученики, или сказано, ибо Иоанновы ученики молятся. Христос оставляет для них пример молитвы. Христос оставляет для них, как именно они должны молиться. Когда ты молишься, войди в комнату твою и так дальше, и так дальше. Но я хочу для нас с вами припомнить некоторые такие непосредственно важные слова, когда наш Господь, Спаситель Иисус Христос, Божий Сын, но и Он имел на это такую нужду, чтобы Его поддержать в молитве. Он имел непосредственно такую нужду прежде своего страдания. Он много молился. И вот прежде своего страдания, после вечери, Он идет с учениками на место, куда и раньше Он ходил, идет, чтобы помолиться. Идет, чтобы просить у Бога, чтобы Он помог ему перенести эту чашу страданий. Он отдельно берет с собой троих учеников, Якова, Иоанна и Петра, и отходит дальше и говорит до своих учеников: «Побудьте здесь, пободрствуйте». Но они Мы читаем, они, когда Иисус Христос отошел еще на некоторое время, на несколько шагов вперед, когда Он склонил колени, чтобы молиться, мы знаем, как Он молился. Там написано: «И пот Его был, как капли крови, а Он возвращается, а ученики спят». Он дает предупреждение сегодня, тогда для учеников, а сегодня для меня и для тебя, дорогой друг, дорогой брат и сестра. Бодрствуйте и молитесь, дух бодр, плоть же немощна. Знаете, мы, находясь в нашей жизни, живя во плоти, мы часто, как когда-то ученики, они утрудились от забот, от хождения, и глаза ихние отяжелели. Может быть, иногда мы так озаботясь в работе, в труде, мало находим время для молитвы. А Христос говорит: бодрствуйте, молитесь, дух бодр, плоть же немощна. Обратим наше внимание, а сколько в нашей жизни, сколько в каждом нашем дне мы уделяем времени для общения в молитве с нашим Богом. Если враг душ человеческих, тогда в дни Христа, в присутствии Сына Божьего, Он много прилагал усилия, Он много побеждал над сердцами учеников. А насколько больше сегодня Он действует с большой силой и без молитвы, без Божьего подкрепления, мы в нашей жизни очень слабы. Бодрствуйте, молитесь, дух бодр, плоть же немощна. Бодрствуйте, молитесь, чтобы не упасть в искушение. За все благодарите. В нашей жизни мы, если так, рассуждая с собой вместе с другими,
Мы часто благодарим, когда у нас все хорошо. Мы благодарим, когда и на работе, и в семье, и в служении, и в собрании. И легко благодарить. Но Слово Божие, Иисус Христос, апостол, который писал это слово, говорит: «За все благодарите». Я один раз как-то слышал, не знаю, или у вас, или где-то в другом, от других проповедников, я слышал такой жизненный пример из проповедника, или то пресвитер, или проповедник, который в церкви или всегда и за все благодарил. Что бы его ни встречало, а он благодарил. И один раз он, придя в церковь, было очень холодно, на дворе, на улице шел сильный дождь, он пришел весь измокший, изябший, и были те, которые думали: а вот сейчас, за что же он будет благодарить? А когда было благодарность, молитва, он нашел, за что благодарить. Он благодарил: благодарю тебя, что не каждый день таков, как сегодня. Я думаю, каждый из вас, каждый из нас может вспомнить и минуты радости, за что хочется благодарить. И бывает время, когда в отчаянном состоянии дух унывает. Больше вопросов, чем ответов. Больше вопросов, чем благодарности. Но я напоминаю слова, которые апостол Павел говорит: «За все благодарите». Почему? «Ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Пусть Бог благословит наши сердца, свое слово в наших сердцах. А вот так кратко давайте опять припомним для себя: всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь, ибо имена ваши написаны на небесах. Всегда радуйтесь, ибо велика ваша награда на небесах. А если радость потеряна, когда нету радости, а в чем причина? Мы иногда вспоминаем Давида, который после грехопадения, он очень сильно раскаивался. И в молитве он просил: «Возврати мне радость спасения Твоего». Пусть Бог поможет нам в нашей жизни не унывать. В молитве просить у Бога прощения и за все благодарить. И сейчас мы склоним наши колени, чтобы прославить нашего Бога, в молитве просить у Него прощения, в молитве за все благодарить. Аминь.